можно как одному, так и соперникам, да? Да, ты первая. Окей. Хотела вот так. Опа. Давай, Настя. А, точно, спасибо. Что подсказала, да? Да. Настенька, а у нас ведь есть настоящая настольная игра. Давай сыграем? Давай. Вот она. А, еще новенькая. Да, только недавно купили. Идем играть. Пошли. Открываем. Я крестиками. Ну, я хотела крестиками. Первое слово дороже второго. Окей. Потом поменяем. Так, сюда. Они что, магнитные? Да, магнитная доска. Так, Настёна. Ах ты! Я знаю. Опа! Ля, я тоже ты! Настя, я выиграла, у меня получился ряд. Теперь я крестиками. Самое лучшее начало. Посмотрим. Так. Нет, она осталась. Молодец. Девчонки, вы что, крестики-нолики играете? Да. А что у вас поле такое маленькое? Вы забыли, на каком мы с Аней огромном поле играли? Точно. Хотите, тоже такое вам сделаем? Да. Сейчас организуем. Догоняй. Наш судья уже сидит в кресле и наблюдает за игрой. Только задание одно уже слопал. Что это такое? Это крестики-нолики, а, фишки такие? Да, игровое поле и вот такие прикольные фишки. Они с сюрпризами. А будут еще задания. Я придумал 3 раунда, Настя. Первый играешь со мной. Второй будешь играть с мамой. А третий с Сашей. Или с Тимом. Или с Тимом. Кем судья у нас? Ну да. Так, ну что, готова? Да. Кто начинает? Быстро. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Чи-чи. Я начинаю. Сюда. Сюда. Молодец. А я сюда. Сюда. А, здесь не стоят. Есть. Нет, тоже нет. Это запасные. Так, первый раунд у нас, походу, ничья. Да. Ничья. Да, ничья. Быстро. Собираем. Хоп. 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 Настя пропустила свой ход. Свой выигрыш. А я перекрою. Хоп. Вот же. О май гад. Настя. Линия. Стой, стой, стой. Все. Ничего не трогай. Правила такие. В выигрышной линии нужно полопать и узнать, какие там сюрпризы. Да еще какая-то слизь. Это слайм, мне кажется. И какой-то чудик, да? Да. Это поняшка. Серьезно? Смотрите, какая. А, мини-мин. А ну-ка, давай дальше открывай. Так. Опа. Здесь фиолетовая слизь. Тут нету игрушки. Пусто? Да, пусто. Значит, промах. Опа. Тут что-то есть, я думаю. Нет, тут даже ничего. Опять пусто. У папы точно есть сюрприз. У меня какой-то грибок белый. О! Походу, это гномик. Или смурфик какой-то. А, нет, смотри, это какой-то цыпленок. Чудик на... Это цыпленок? Нет, смотри, какой-то чудик на вот это, на санках, да? Да. Вот такие мне, смотрите, слаймики. Пока Настя перемешивает слайм, папа выполняет 4 задания. Все 4? Какой любимый торт? Все знают мой любимый торт медовик с черносливом. А Наполеон? Тоже люблю. На втором месте, да? Сделай прическу сопернику! Готовься. Ну-ка, давай себе слайм сюда. Ты что? Так, делаем прическу. Ты чего так? Жалко, резинки нет. Ободочек в помощь. Ух ты! Какая ты стильная, Настя. Стой, стой, стой! Я еще не красный. Кардашьян какой-то. Так, ну этот образ по-любому должен быть в Инстаграме, Настя. Готова? Нет! Да! Нет!
снимаем интересный челлендж на канал My Little Nastya. Да. Крестики-нолики. Вот наше игровое поле. И одно из заданий — сделать прическу Насти. Да, папа мне выполнил вот такую прическу. Задание. Он у нас креативщик, да? Да, это точно. Армрестлинг. Попробуй победить своего соперника. Настя, бороться на руках. Ну, это будет тяжело, папа. Готовься. Настя! 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 Кто за Настей, ставьте лайк. Папа, давай, 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 давай! Настя! Смотри! Последний вопрос. Какой сегодня день? Сегодня очень веселый, крутой, реально крутой день. Потому что мы снимаем ролик. А реально сегодня четверг. Товарищ судья, по-моему, вы проспали первый раунд. Да, Настя победила. Ладно, ладно, не будем вас больше тревожить. А мы с тобой, Настюша, будем играть вот такими шариками. Какие они все яркие. Липкие из пенопластового пластилина. Разбирайте цвета. Тебе какой? Я желтенький. Окей. А там в середине ничего не было? А есть задания. Есть задания, но вы их узнаете после того, как кто-то победит. Я хочу поджонглировать. Просто когда-то я умею джонглировать. Я только вот так умею. Вау, девчонки, так у вас талант. Что-то получается. Только надо быстрее. Молодцы. Эй, мамба. Так, первый мамба, ход, первый твой Настя. Ход. Так, а я вот сюда. Желтая рядом, розовая атакует. Так, я вот так. Ага. Здесь такая битва тактик получается. Ну все, Настя, ничья. В первом раунде у вас еще ячейка. Разбирайте своих солдатов. Снежки, разбираем снежки. Правда? Да, кстати, такое большое у нас игровое поле. Так, Настёныш. Вот так. Настя, ты не заметила. Настя, сюда надо было желтенький. И было бы линия. Но я не подсказывал, все по-честному. Третий раунд. И у Насти линия, да? А давай задание будем выполнять вместе. Давай. Чтобы одному игроку не было много заданий. Открой, да? У меня нету ничего. А они во всех есть. У Насти есть. Так. Значит, я просто тут непонятно. Да. Поменяться телефоном на выходные соперников. Круто. Дня? Да, девчонки, суббота и воскресенье вы поменяетесь друг с дружкой с телефонами. И ты будешь отвечать на мои звонки? Да. А я буду сидеть в твоем лайке? Да, мама будет снимать лайки. Тебе понравилось это задание? Да и нет. Мне не очень. 50 на 50. Открываем еще? Ну давай. О, у меня есть задание. Давай, мама. И у меня есть. Так, интересненько. Ну как, ну как? Назови 5 женских имен на букву А. Угу. Нет, с буквой А. Анастасия. Есть. Алена. 2. Алиса. 3. Екатерина. 4. Инна. Богдан. Все? Молодцы. Да. И Настя на последнее задание. Так, мое последнее задание я хочу сама прочитать. Что кушал вчера? Вчера вечером. Вечером. Там вот такой вопросик. Что ты кушала вчера вечером? А я помню, картошка была. Картошка и салатик. Мама, я такая. Рыба. Рыбка была и салат. И салатик. И салатик. Молодцы. Лайки или Инстаграм? Конечно же, для меня Инстаграм. У меня лайки нету. Но на выходных, мама, будешь 2 дня. Настя, а можно пропустить? Нет, нужна публикация? Ну да. Так, кто ты из супергероев? На какого супергероя ты похожа? На
Супергерл? Супергерл даже, наверное, не знаю. Всем помогаешь, да? Пока ну, все отдыхают, Настя делает хорошие дела. Ну да. Снимает интересный челлендж для своих зрителей, да? А это кто? И сама интересно проводит время. Да. А вот так у нас начинается следующий раунд, и у нас уже Саша и Настя. Саша! Всем привет! В некоторых зеленых шариках есть сюрпризы, а оранжевых нет. Кто какими играет? Ну, давай я оранжевым. Ну, ладно, тогда я зеленым. Кто проиграет в этом раунде, тот будет угадывать, что же в этих зеленых шариках. И потом это открывать? Да. Сначала угадать, потом открыть и посмотреть. Я первая. Давай, Настя. Ой, Настя смотрела на Пасин, я знаю, я с ним уже играл. Кстати, кто не видел еще видео на канале Саша Шоу, крестики нолики, заходите, смотрите. О, блин. И вот так, повысится. А что ты сейчас намекаешь? Все хотят победить, но в этом раунде, походу, у нас ничья. Молодцы. Настя, не сдаваться. Саша, не спать! Растёныш! Саша, а вот она, линия! А я бы даже не заметила, если бы мама не сказала. А Настюшка немножко отвлеклась, да? Но поздравляем Сашу! Настя, тебе тоже повезло! Ты будешь отгадывать, что же внутри этих шариков. Можно щупать, можно растягивать шарик. И нужно угадать, что же там внутри. А лопать можно? Ну, если потом уже в конце угадаешь. Пощупать пальчиком. Что же здесь? Там крупа? Вот так внизу. Там крупа? Может быть. Подождите, а везде одинаковые? Макароны? Да. Ну, давайте лопнем и увидим. Так. Угадала! Молодец! А Настя должна в каждом шарике угадывать? Да. Ну, держи. Настя, если угадаешь, что же внутри всех шариков, тогда будешь победителем этого чата. Угадывай, что внутри, а потом лопай. А, точно. Пощупай. Тут, даже я не знаю, что. Это крупа? Может быть? Нет, это не крупа, мне кажется. Ну вот, смотри. Да, там видно, но я не понимаю, что... Саш, можешь подсказать? Надо, Настя, пощупай. Ну, посмотри, что. Ну, давай посмотрим. Крупа? Говори, лопать. Что крупа. Смотрим. Крупа! Гречка! Так, ну что нам? Я не думала, что будет так легко. Смотри, в каком шарике есть сюрприз. Последний шарик. Пощупай. С пальцами пощупай. Да. Настя, сахар. Это самое интересное задание, это правда? Сахар. Интересно? Точно? Сахар? Саша, делай ветер. Бум. Ну, почти. Отгадала. Честно, когда я трогал, я думал, что это соль. Соль? Да. Дэнс, дэнс, молодец, молодец. Давай пятерику. Конечно же классно, то, что папа придумал такое интересное игровое поле. Оказывается, то, что крестики-нолики, это очень интересная игра. И мы пошутили, мы это точно не будем варить. Друзья, играть на таком большом поле очень классно. А также играть необычными фишками тоже очень круто. Друзья, я вам советую так попробовать сыграть. Ну а на сегодня все. Всем пока-пока! Пока!